Привет криптоманам, с вами Олег Фартовый на канале Криптомани. И на обзоре у нас сегодня Gamma Coin Airdrop. Здесь нам обещают за выполненные задачи 70 токенов GMC. Заявленная стоимость одного токена составляет 50 центов и 10 токенов за каждого приглашенного. Итак, поехали. Переходим по ссылочке, попадаем в Telegram-бот, нажимаем старт, разгадываем капчу, появляются задачи. Здесь все задачи обязательные, кроме последней. Это подписка на YouTube канал. Ниже находятся ссылочки. Переходим по ссылочкам и выполняем задачи. Здесь нужно подписаться на 3 Telegram, 2 страницы в Твиттере и сделать 2 репоста. И подписка на YouTube. Значит, что здесь по задачам? Второе задание по Твиттеру, вот эта ссылочка, не работает. И вам нужно будет подняться вверх и перейти вот по этой ссылочке, переходите, вы попадаете на вот такую страницу в Твиттере, нажимаете читать, и здесь нужно будет сделать ретвит поста о Gamma Coin Airdrop. Опускаетесь вниз. И вот этот пост за 30 января, лайк ставите и делаете ретвит. И касательно последнего задания, по желанию, это подписка на YouTube канал, переходите по ссылочке, попадаете на их YouTube канал, подписывайтесь, и нужно будет поставить лайк вот этому видео, и также нужно будет поделиться этим видео в одной из социальных сетей. Это видео о Gamma Coin Airdrop. Выполнив все задачи, нажимаете, здесь будет кнопочка Submit You Details и отправляете свои данные. Это имя пользователя в Telegram, имя пользователя в Твиттере. Далее, если вы выполняли задание по Ютубу, нажимаете «Да». В конце отправляете адрес эфириум кошелька, Miser Wallet или MetaMask. Нажавши на баланс, вы увидите, что на вашем балансе 70 токенов. Чтобы получить свою реферальную ссылочку, нажимаете на Referral Link, получаете реферальную ссылочку, приглашаете и зарабатываете дополнительно 10 токенов за каждого приглашенного. Нажавши на кнопочку «Вывод», мы видим, что Airdrop окончится 2 марта 2020 года. Затем будет объявлена дата распространения токена. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. И помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!